Автоматический пистолет Стечкина. Личное оружие спецназа. Появился в 1950 году. Пистолет Стечкина имеет повышенную дальность стрельбы. Может стрелять очередями. Для стрельбы используются патроны к пистолету Макарова. Переносится пистолет Стечкина в кобуре-прикладе. Автоматика работает по принципу отдачи свободного затвора. Ударно-спусковой механизм работает как со взведенного курка, так и самовзводом. Предохранитель одновременно является переводчиком режима стрельбы. При постановке на предохранитель происходит автоспуск, как у пистолета Макарова. Сейчас переводчик-предохранитель находится в режиме автоматической стрельбы. Так извлекается магазин. Магазин двухрядный, емкостью на 20 патронов. Снаряжение магазина патронами происходит так же, как снаряжение магазина автомата Калашникова. Работа пистолета Стечкина в режиме одиночной стрельбы происходит так же, как работа пистолета Макарова. При израсходовании последнего патрона затвор останавливается в заднем крайнем положении. Разбирается пистолет Стечкина точно так же, как пистолет Макарова. Повторный процесс. Пистолет Стечкина в положении для чистки и смазки после стрельбы. Вид ударно-спускового механизма. Сборка пистолета Стечкина происходит в обратном порядке, примерно так, как у пистолета Макарова. Спусковую скобу после сборки поднимают вверх. Для стрельбы очередями подсоединяется кобура-приклад. Good.